Ну что ж, здравствуйте, мои зрители. Я вот подумал, что-то давно не выходил в эфир ни один. Сегодня решил этот пробел как бы возместить. Но для начала я бы хотел бы зачитать. Тут одна такая любопытная новость. Она будет целиком и полностью касаться нашей сегодняшней темы. А потом я представлю сегодняшних гостей. Зачитываю. Вчера на стадионе Ширак в Гюмри стартовали 8-е панармянские игры. Более 7 тысяч спортсменов и спортсменок из 170 городов 41 страны прибыли в Гюмри в сопровождении многочисленных делегаций. И пояснение, значит, панармянские игры – международные соревнования, проводящиеся с 1999 года, в которых участвуют спортсмены армяне всего мира. Целью панармянских игр является объединение армян из разных стран посредством спорта, укрепление связи между Арменией и армянской диаспорой. Все это, конечно, хорошо, а еще лучше, если вы вспомните, что подобные панармянские игры часто проводились в Степанакерте, в столице Арцаха, в столице Нагорного Карабаха. И вот тут, значит, вот один из читателей написал в комментарии «Пир во время чумы». Некоторые его поддержали, некоторые оспаривают эту его мысль. Вот хотелось бы знать, чего вы думаете по ту сторону экрана. Лично я думаю то же самое, как вот этот милый человек Карен Хачикян, который это написал. Потому что я даже не знаю, как можно проводить подобные игры панармянские, как говорится, с целью объединения, укрепления связей между Арменией и армянской диаспорой, когда одна из часть армян, причем достаточно такая солидная часть армян, свыше 100 тысяч человек, нынче находится в блокаде в Арцахе, и это буквально в нескольких сот километрах от места проведения подобного праздника. А это действительно праздник. Теперь непосредственно перейдем к нашим гостям, но перед этим вот хотел еще сказать, вот знаете, пока одни армяне готовятся к миру с дикарями и варварами, другие армяне жертвуют собой ради этого мира. Я решил вот поговорить с неармянами, поэтому у нас сегодня в гостях Николай Сорокин, общественный деятель, он представляет Армению, Николай Ягер, студент-инженер из Германии, и Александр Листенгорд, армяновед из Израиля. Смотрите, никто из них не армянин, ни капли не армянин, и в то же время все они из разных стран, у всех есть свои предложения, свои мысли, со многими из них, чего греха таить, я лично знаком, рукопожатый. И вот первое, давайте я слово предоставлю Александру Листенгорту из Израиля, чтобы нас не обвинили в антисемитизме. Первое тебе, Саш, слово. Я знаю, что на днях ты собираешься провести митинг в Израиле, причем организатором сия мероприятия являешься ты. То есть ты собираешь армян в Израиле. И когда это будет, и в связи с чем это событие? Пока армяне веселятся, устраивают панармянские игры, чем занимается еврей Листенгорд в Израиле? Вот расскажи об этом. Да, всем доброго дня, Барабин. Ну, спасибо, что начали с меня. Действительно, на ближайшей неделе планируется митинг в поддержку Арцаха, в поддержку народа Арцаха прежде всего. Проводиться он будет либо в Иерусалиме, либо в Тель-Авиве, пока что это решается. В любом случае набираются люди, активно набираются люди, у нас еще есть время. И это будет акция, как я это вижу, прежде всего в поддержку именно народа Арцаха, чтобы люди понимали, что они, во-первых, не одни, они не брошены, и они их знают, и они их помнят. Вторая цель – привлечь внимание общественности, прежде всего израильской общественности, к проблеме. В израильских СМИ появляются каждый день, на самом деле, публикации в газете «Вала», в газете «Давар». Есть статьи по этому поводу, и довольно такие сильные статьи, сильные в том плане, что эмоциональные, где заголовки о том, что уже столько дней и месяцев люди без воды и питья находятся в блокаде в Арцахе, все это там пишется.
Но в масштабах страны, Израиль очень маленькая страна, конечно, но в то же время очень разношерстная и в то же время очень объемная, и здесь свои забастовки происходят ежедневно по поводу судебной реформы, поэтому масштаб все равно небольшой. При этом известно, что вчера были забастовки, митинги, точнее, были в Дании и в Швеции, до этого были в Лос-Анджелесе, и, соответственно, очевидно, что такие движения способствуют тому, что и другие диаспоры тоже подключаются. Вот. Опять же, важно понять, что это такая гуманитарная акция, то есть она не направлена против, допустим, Азербайджана, она направлена в первую очередь на привлечение внимания к гуманитарной проблеме, которая возникает, катастрофе, я бы даже сказал, которая сегодня на наших глазах разворачивается на Нагорном Карабахе. К сожалению, сами армяне, о чем я уже говорил, и скоро на своем канале тоже этот ролик выпустил такой кричащий, что сами армяне, как ни парадоксально, либо иногда не хотят, либо не могут физически помочь. Но не хотят – это главная проблема. Я в том году прожил полгода в Армении, в селе Балаувит, между Абувяном и Ереваном, и увидел своими глазами причины, по которым армяне не могут или не хотят что-то менять. Поэтому парадоксальная ситуация, при которой вот не армяне, но я верю, что есть армянская душа, поэтому если нет армянской крови, это, скажем так, не проблема. Но получается, что вот не армяне, в том числе сегодняшние наши гости, стараются проявить инициативу, которую многие сами армяне, которые имеют ресурсы и имеют связи, не проводят. То есть либо они заняты своими личными делами, либо пытаются из Москвы строить Армению, но это невозможно. Вот я нахожусь в Израиле, да, в чем основное отличие? Израиль строился евреями в самом Израиле. Здесь люди приезжали и пахали эту землю, чтобы она цвела, здесь была пустыня. И если даже не приезжали физически, то, по крайней мере, отправляли все, что есть в Израиль. А Армению многие пытаются строить из-за пределов Армении. Из Армении идет огромный отток населения. И плюс гуманитарная катастрофа в Арцахе сегодня, которая может превратиться не только в гуманитарную катастрофу, но и в гораздо более ужасную. Вот к этому хочется привлечь внимание израильтян, политиков израильских. В Кнессете есть те, кто лоббируют армянские интересы, но большая часть лоббирует азербайджанские интересы, что вполне объяснимо, потому что у Израиля с Азербайджаном есть очень большой объем различных договоренностей. Как я уже сказал, я лично не вижу проблем проводить митинг. Там будет полиция, которая будет вести, скажем так. И для меня это такой вызов своеобразный, но, очевидно, нужно поднимать, нужно тормошить. И уже сейчас видно, что у армян есть разные мнения, есть такая вот поговорка «два еврея, три мнения», но с армянами это тоже работает, в принципе, собрать непросто. Поэтому такая акция должна произойти. Я недавно оттуда вернулся, я это тоже прочувствовал. Да, но евреев не нужно собирать, то есть евреи, как только что-то немножко странное происходит, евреи выходят и блокируют всю страну, то есть их не нужно тормошить, как бы здесь все само происходит. Вот страна уже месяц в митингах, да, люди добиваются своего. Почему люди на митингах? Потому что если прокатит реформа, то и люди не выйдут. Это будет означать, что могут прокатить и другие реформы, и народ тоже ничего не скажет. То есть суть только в этом. Люди показывают, что они здесь решают. Это и есть как бы демократия, о которой многие говорят. Есть она, нет, это не важно. Важно вот это, что люди хотят участвовать и принимать решения сами. Вот, поэтому у армян, по-моему, есть точно такой же потенциал. У Армении есть потенциал быть страной хай-тек, там, гениальные умы. Ну, в советское время то же самое было, да, изобретатели, композиторы, супертворческая нация. Но то, что мешает Армении, на мой взгляд, это как раз, как ни странно, именно армянские определенные качества сегодняшние, которые мешают объединиться, которые проводят вот эти вот игры сейчас в Армении, которые в Иерусалиме отдают часть земель. Вот то, о чем ты рассказывал в предыдущих роликах. И это происходит повсеместно, поэтому да, это сложно поддерживать Армению, когда в ней самой есть враги. Ты знаешь, Саш, когда вышел мой последний ролик про Яд Вашем, не про Иерусалим, а Яд Вашем, вот буквально вчера или позавчера на днях он вышел, про править армян, править праведников мира. И кто-то там писал по поводу того, что да, действительно, вот в Ереване рестораны полны едоками, и кто-то там, а что же нам теперь, не кушать, что ли, из-за того, что происходит в Арцахе? То есть это было сказано так просто, так мерзко, ну, в общем, вот как-то так.
Это есть, потому что когда я был, ну, я говорю честно, что я видел, да, мне нет никакого смысла что-то выдумывать, а когда в том году жил приезжал в Ереван по делам, я немножко, ко мне подходили часто, ну, попрошайки, я не хочу их называть этим словом, как-то уничижать, но они просили милостыню, они говорили, что они все из Карабаха, говорили на очень хорошем русском языке, я с ними говорил на армянском языке, они приходили на русский, ну, вообще это известно, что у карабахцев русский язык очень хороший. В отличие от тех же армян Армении. Он лучше, в Карабахе язык русский лучше. Я просто стал выяснять. Допустим, известно, что многие россияне, которые приехали в Армению в том году, тоже уехали не от лучшей жизни, да? И тоже находятся в определенном тяжелом положении. Я стал интересоваться, собственно, неужели правительство Армении не поддерживает карабахцев, не выдает им что-то. И я выяснил, что там такие есть схемы, просто ужасные схемы, при которых... Карабахцы остаются ни с чем, они остаются в положении абсолютного какого-то меньшинства, брошены своим же старшим братом, да, Армении. Ну, официально-то они как бы друг за друга ответственность не несут, да. Армения не признавала Карабах, но при этом, если говорить по-человечески, бросали свои же. Или кто-то наживался на благотворительности, якобы открывал фонд, и деньги эти шли непонятно куда. Все это звучит невероятно абсолютно, но это реальная история. Вот, поэтому... Это еще плюс, сложность к тому, чтобы решать этот вопрос, чтобы продвигать какие-то интересы. Ну и главное, человеческие жизни. В принципе, все делается ради этого. Вот они страдают из-за каких-то совершенно мелких, таких очень примитивных, каких-то эгоистических, очень эгоистических разборок определенных групп, которые заинтересованы только в своих интересах. Вот как-то так. Саш, мы еще к этому вопросу с тобой вернемся. А сейчас я бы хотел спросить у Николая Сорокина, который находится в Армении. Буквально вот на днях он ездил к Бердзорскому коридору, и хотелось бы от него услышать новости, что он видел, что он слышал. Добрый день, да, Вадим, спасибо за предоставленное слово. Меня зовут Николай, еще раз повторюсь, и в Армении я уже почти год. Так получилось, что с развитием этой несправедливой войны я переехал в Армению. В принципе, изначально для меня Армения представлялась такой буферной зоной, после которой я поеду дальше, но, как оказалось, стала финальная точка, и я думаю, что финальная надолго. Так получилось, что в России я долго занимался такой общественной деятельностью, если это можно так назвать. Мы в свое время, я родился и вырос в Москве, уехал учиться в Владивосток, и там в свое время мы с ребятами активными создавали и, собственно, работали со студенческим региональным корпусом спасателей. Была какая-то такая благая идея иллюзорная, что мы сейчас, да, будем строить новое общество отзывчивых людей. Вот, и то, как это пересекается сейчас с тем, что я вижу в Арцахе, переехав сюда, вот, да, в Армению, я автоматически стал на одну сторону баррикад с уехавшими всякого рода пацифистами, представителями либерального сообщества, опять-таки различных субкультур либеральных. И это невыносимо тяжело, потому что в России я всегда лоббировал такие традиционные ценности, которые мне очень близки. Вот, и вначале, находясь в Армении, я пребывал в таких прям очень глубоких иллюзиях того, насколько здесь идеально, да, построено это традиционное общество. А потом, когда прошло какое-то время, и здесь я узнал, что та проблема Арцаха, о которой периодически говорят в СМИ российских, насколько она актуальна, я решил вот ради интереса, да, съездить в Лачинский коридор. Это было как раз тогда, когда он был только что заблокирован. Вот, я, так как являюсь спасателем третьего класса Российской Федерации, вот, причем действующим спасателем, вот, я думал, у меня были такие иллюзии, что я попаду в Степанакерт по удостоверению спасателя в своей карточке. Спасатели, и что меня поразило в первую очередь, это то, что ни азербайджанцы меня не пропустили, да, для проезда в коридор. Я не видел тех экологов, о которых говорилось, я видел непосредственно российских миротворцев, своих соотечественников, преимущественно, кстати говоря, мусульман, которые мне этот въезд, собственно говоря, запретили. Я всего осуществил 3 попытки пробраться с Степанакерта, и вот крайний раз буквально... Минуточку, я перебью, тут была оговорка, или это действительно я услышал то, что услышал. Там были миротворцы, я увидел мусульман, кого ты имеешь в виду? Мусульман, миротворцы, кто? Да, к сожалению, среди миротворческого контингента, РМК, российского миротворческого контингента, который сейчас находится в Арцахе,
Может быть, конечно, случайно так произошло, или же, к сожалению, у нас вооруженные силы Российской Федерации полностью исламизировались, но большинство тех, да, представителей там вооруженных сил, солдаты, офицеры, это мусульмане, причем не скрывающие этого. Мы, кстати, видели все, наверное, в октябре прошлого года такой потрясающий, шокирующий кадр, где капитан вооруженных сил России, не хочется говорить России, Российской Федерации, подходит представитель вот, азербайджанских экологов и говорит на камеру «Иншаллах, Арцах, Азербайджан». Поэтому, когда вот эти вот вещи я видел непосредственно в Ютубе, как казалось, все больше похоже на какую-то постановку политическую. Но когда я с этим столкнулся лицом к лицу, оказалось действительно сложно. Во-первых, это очень тяжело мне, как русскому, осознавать, что уже далеко не те русские, которые 6 раз... скажем так, предков нынешних азербайджанцев ставили на место, находятся там. Ну и, во-вторых, то, что Россия перестает быть братским народом для Армении, исходя из действий, к сожалению, нашего действующего правительства. Вот. И не так давно я осуществил свою 3-ю поездку в Лачинский коридор. Я тебя еще раз перебью. Я знаю еще таких мусульман, которые говорят, иншаллах, Арцах – это Армения. Такие тоже есть, я их знаю. Но да, такие тоже я есть. Просто в твоих словах есть доля правды. Действительно, в Арцахе, как ни странно, очень много миротворцев с мусульманским убеждением, вероубеждением. Это действительно так. Я думаю, это не просто так. На самом деле, можно целые теории строить насчет этого. Но для меня это было шоком. Во-первых, шоком, наверное, то, что русский солдат, да, как это позиционируют сейчас, ну, хотя, в принципе, сейчас русский солдат уже звучит не так, но русский солдат, да, который делает намаз, это очень тяжелое зрелище для меня. И после крайней поездки своей недавней, да, 3-й раз к Лачинскому коридору, когда, в принципе, уже попасть непосредственно на пункт досмотра было невозможно, сейчас там стоят противотанковые ежи, причем самое интересное, что ежи стоят не со стороны Азербайджана, они стоят, получается, со стороны, да, въезда со стороны Республики Армения. То есть с той стороны, откуда въезжают, пытаются въехать гуманитарные конвои с какой-то помощью для блокированных жителей Арцаха. И очень тяжелым впечатлением, наверное, больше тяжелее видеть тот диссонанс, когда после Лачинского коридора ты приезжаешь в Ереван, и действительно пир во время чумы. Сейчас вот в Ереване сформировалось такое сообщество, называется «Беспечный Ереван». Естественно, это очень неформальное сообщество, и действительно оно очень хорошо описывает столицу Армении. Ереван довольно-таки беспечный, и никак не скажешь, что буквально там в 200-300 километрах, да, по сути, идет кровопролитная война, и в 21 веке, как бы это ни звучало, люди умирают от голода. Что, опять-таки, интересно, чем ближе ты подъезжаешь уже, да, там, ближе к Гюмри, и, в принципе, чем ближе мы подъезжаем к границе с Нагорным Карабахом, тем более трезво люди относятся к проблеме, тем больше, да, так называемых здравых ребят, которые очень трезво размышляют о том, что отдать Арцах, потерять Армению, что действительно так. Потому что они живут там рядом. Я думаю, ты имеешь в виду Сюник, правильно? Да, естественно. Они видят, потому что они живут рядом. Они прекрасно знают, что Азербайджан и Турция не остановятся на съедении одного Арцаха. Они захотят пойти дальше, отгрызть еще кусок, причем солидный кусок. Взять Сюник – это значит оторвать 50% всей Армении. Это подкидывать, да, дрова такому пожирающему огню, но когда ты после этого приезжаешь в Ереван, так получилось, что я, наверное, буквально сразу поехал прямо в Ереван, и, наверное, вот мой такой шок, конечно, я сейчас в положении такого русского эмигранта, наверное, не имею права какого-то такого голоса на улице, да и на законодательном уровне этого права у меня нет, но когда я вижу двух ребят по национальности армян, сидящих в кофейне, да, и на чисто русском языке, что, кстати говоря, тоже не редкость, но показывает, им тоже не приехали из России, обсуждают о том, что зачем вообще нам эта война с Азербайджаном, зачем нам этот Арцах. То есть понятно, что и в Ереване я встречаю взрослых людей, как правило, которые готовы умереть, которые, в принципе, активно принимали участие в 91-м году, если не ошибаюсь, первый конфликт, ну как первый, тот конфликт после начала парада суверенитетов и конфликт 20-го года, 44-дневной войны, есть и такие. Но большинство, к сожалению, это армяне с таким очень пассивным отношением, а зачем, а почему. И в целом, вот в России, да, есть у нас представление об армянах, такие горячие ребята,
всегда с громкой музыкой. Но вот эта горячность на самом деле присутствует у людей уже не в Ереване. В Ереване образ армянина такой более европеизированный в худшую сторону. То есть это, в принципе, да, такое наплевательское отношение к присутствию, например, турецкого флага там, или азербайджанского государственного герба на одном из административных зданий. То есть большинство, к сожалению, уже превращается в такую, вот как в свое время мы, русские, упустили да, нашу проблему и тоже с такой, наверное, закрыв глаза, смотрели на то, что происходит в нашей стране. Вот, к сожалению, в Ереване происходит то же самое. Но радует то, что остальная Армения пока еще видит эту проблему, а ее сложно не увидеть, когда буквально каждую неделю есть попытка проникновения диверсионной группы на территорию Армении, когда каждые две недели пролетает беспилотник, да, со стороны, когда каждый месяц погибает несколько молодых ребят, находящихся на погранзаставе со стороны Армении. И это очень тяжело видеть мне, во-первых, как христианину, потому что что нас объединяет в первую очередь с армянами, это наша вера, да, и мне очень тяжело это наблюдать как русскому человеку, который исторически был связан с Арменией, да, против наших общих турецких, азербайджанских, скажем так, противников. Я не говорю в целом, что каждый азербайджанец или турок наш враг, но против той политики, которую они вели с древних времен. И для меня, конечно, очень печально видеть... Какие древние времена, слушай. То, что для нас древность, для них это позднее средневековье. Ну, да, скорее тут я переборщу. Но в целом очень печально для меня, как для русского здесь, наблюдать такое вот постепенное отворачивание от проблемы, о которой очень близко. И это пока проблема, я боюсь, что у нас тоже была проблема. И мы тоже в силу разных причин оборачивались. И вот, наверное, это все, что можно сказать о поездках. Просто огромный диссонанс, шокирующий диссонанс между Арменией и Ереваном. Это как вот Москва и Россия, в принципе. Я понял тебя. Николай Ягер, Германия. Ну, мы с тобой недавно только гуляли по Еревану. Ты бывал в Ереване и тоже недавно только уехал оттуда. Вот каковы общие впечатления? Потому что ты, насколько я знаю, впервые побывал в Армении. Общие впечатления. Что ты там увидел? Что ты там услышал? А в чем впечатлился? Что вообще разочаровало? Вот в общем, может, скажешь для вот начала. Да, всем привет. Как уже сказали, меня зовут тоже Николай. Благодарю Вадима за предоставленное слово. Да, в общем, я приехал из в Ереван из Москвы тогда. Вот. И Коля, ну вот Николай Сорокин только что говорил про армян в разных странах, как это ощущается. То есть, как Николай сказал, что в Москве представление о армянах как о горячих таких людях, которые такие достаточно, возможно, импульсивные, там, ну, в хорошем смысле. То есть. Но я должен сказать, что мой личный опыт это, что когда я выезжал из Москвы, я ехал в Армению и думал, неужели в Армении такие же армяне, как в Москве, потому что разница, как оказалось, существенная. У меня есть хорошие друзья армяне в Москве, но пришлось и столкнуться с тем, что те армяне, которых я увидел в Москве, абсолютно не похожи на тех армян, которые в Ереване. Поясняю. Когда я приехал в Ереван, или вообще в Армению, я увидел, во-первых, людей абсолютно открытых, готовых всегда помочь, всегда прийти на помощь. А самое главное, и самое, что мне больше всего понравилось, это фраза, я ее слышал несколько раз, «Нас с русскими не рассорить, мы христиане, мы братья». Вот. И да, я впечатлился, действительно, я поездил по этой замечательной стране. Но нам-то немцам что с этого-то? Если их с русскими не рассорить. Дело в том, что нам, немцам, как в моем случае христианину, я воспитан с детства в семье очень религиозной. Вот. Мы в Германии ходили в русскую православную церковь, и воспитан был я всегда строго как русский человек. То есть мне с детства прививались такие патриотические достаточно взгляды. Я выступал в Германии
на парадах Победы. Ну, в День Победы всегда были выступления. Вот, то есть я воспитан как христианин, поэтому нам тоже есть, нам резонно очень вступать в этот, в эту проблему и поддерживать своих христиан. Более того, я абсолютно поддерживаю мнение Николая Сорокина относительно проблемы и то, как это, что надо делать, и поэтому я вот не смог остаться в стороне. Буквально так скажу. Ну, я вот что хочу сказать, это в дополнение, да, Николаю, то, что ты сейчас сказал. Дело в том, что ведь мы все время говорим христиане, христиане, христиане. Вот христианам как-то наплевать друг на друга, в отличие от тех же мусульман. Да, у мусульман есть такое понятие, как умма. То есть они вне национальности. Достаточно того, что мусульманин – это и есть уже национальность, как бы. Даже если он дурак, даже если он последний негодяй, он мусульманин, он уже свой. Вот мне просто доводилось часто общаться с представителями той же Центральной Азии, да, с узбеками, с таджиками. Ну, казалось бы, у них есть друзья армяне, они прекрасно, они армян знают лучше, чем азербайджанцы, потому что армяне исторически с ними там рядом живут. Есть там бухарские армяне, самаркандские армяне. Казалось бы, вот, бок о бок они живут. Азербайджанцев некоторые из них, может, даже и в глаза-то не видели, ну, только что по телевизору. Но вот в этом котле карабахском, да, арцахском котле, они все равно сердцем как бы болеют за армян, но сердцем они за азербайджанцев. Я спрашиваю, почему? Ну, ну мусульмане как-то. То есть у христиан этого нет. Я не знаю, может быть, это беда, может быть, это... Это и хорошо, потому что как бы христианский мир, он как бы вымирает уже. Ну и ты, и я как бы, никто лучше нас, может быть, ну из присутствующих сейчас, мы, наверное, лучше знаем, что сейчас в Европе творится, да? Кто там вообще живет? Мы сейчас говорили про турецкие флаги там в Армении или в Арцахе, а разве мало турецких флагов в той же Германии? Да там натыкано не то, что да, в каждом да. городе, там в каждой, там, я не знаю, в каждом огороде. Особенно насчет... выехать там за пределы Мюнхена куда-нибудь. В каждом огороде турецкие флаги, именно турецкие. Ну, ну не скажу, что в каждом огороде, но нужно, да, это действительно так, что в 60-х годах, когда завезли огромное количество турецких мигрантов, немецкое правительство не придумало ничего иного, как просто... процветать, ну, дать процветать нации у себя, образно говоря, на территории, а-ля, конечно же, мы виноваты, мы сделали войну, но, устроили войну, но проблема в том, что она общая проблема, она просто как на модели Германии сейчас, я ее объясню, что, ну, как я ее вижу, хотя есть и люди, которые не согласны с моим мнением, как бы хорошо, были введены в Германию, приглашены турецкие семьи, турки, они начали отстраивать Германию, но ни религию в Германию никак не поддерживает государство, как по мне. Можно говорить, государство поддерживает религию или финансирует католические церкви, например, но если мы говорим про исконную религию, веру, вероисповедание немцев, это христианство, то недостаточно финансировать, например, какую-то католическую церковь. Это должно быть общее воспитание всего народа. Так вот, вместо того, чтобы процветать идею, ну, как-то продвигать идею о том, чтобы немцы рожали семьи, рожали детей, прошу прощения, делали, ну, строили большие семьи, об этом не говорится, а турки, они по своей, по своим мусульманским, получается, традициям и принципам ни в чем себе не отказывают и строят большие семьи. Вот, и эта проблема... Почему я это все говорю? Она очень сильно, как модель, видна и в России. А тут уже на это можно наложить, как по мне, то, что государство или подход к важности религии, вероисповедания, это по факту ключевой вопрос, которым нужно задаться в том плане, что это имеет огромное влияние на взаимоотношения между христианами. Вот. А как по мне,
вот проблема, которую вы так что, Вадим, озвучили, она, вот, вот эта междоусобица между христианами, или вот это вот непонимание или нежелание дружественно общаться или помогать друг другу. Тут есть еще фактор, как по мне, как комплекс определенный, который сложился исторически, но я сейчас об этом не готов так прям раскрывать, чтобы не слишком затягивать. Но именно что христианство и православная вера в нашем случае никак не поддерживается в том плане, что можно сказать, РПЦ там как бы имеет достаточно нормальное финансирование, хотя я здесь не уверен, я не знаю. Но это нужно делать на уровне молодежи, на уровне воспитания, а это не происходит. Следовательно, для современного поколения христианство или религия – это просто пустое слово. И зачем тогда, и на каких принципах тогда как-то вообще им взаимодействовать с другими христианами? У них же нет этого фундамента. Николай хотел что-то сказать, если я готов уступить. Нет, модерирую я. Николай, может, и хотел что-то сказать, он потом скажет. Сейчас у меня, так скажем, от христианства перейдем к иудаизму. Саша, такой вопрос. Мы буквально вчера с тобой разговаривали и пришли к одному интересному такому, к одной интересной такой теме. Ты мне рассказал о том, что когда изучал армянский язык в Москве, тебя перевели в азербайджановеды, куда-то там в группу. Вот можно подробнее? Я еще сказал, давай об этом завтра в эфире на эту тему поговорим. Вот расскажи, пожалуйста, что там было. И вот по поводу того, зачем тебе Армения, а Азербайджан более денежный. Да, спасибо. История была очень простая. Я учился в лингвистическом университете, я с Марисой Тореза. Его окончили мой прадед, бабушка, дедушка в 1937 году и в 1969, соответственно. И мне там достался армянский язык. Ну, как достался? Мне повезло, я считаю. Для меня такая честь оказалась, что я там выучил армянский. Мне очень повезло с моим педагогом Розаной Акоповной. И она, кстати, из Ахалкалаки, это Южная Грузия, да? Ахалсахе. Вот. И, собственно, когда мне было 19 лет, я попал в армянское посольство, причем я был первым иностранцем, который в истории, который был в посольстве, потому что ну, посольство набирает как бы своих граждан за границу обычно, да? А я был, получается, москвич, который в Москве же в армянском посольстве проходит практику. Это было по личному решению посла, тогда это был Олег Исаян, кстати, из Карабаха. Олег Исаевич Исаян. Вот, и потом на меня обратил внимание МИД России, пригласили на практику, но они меня взяли в отдел Азербайджана, да, то есть это Кавказский департамент, 4-й, где есть отдел Грузии, отдельно по Осетии есть офис, Армения и Азербайджан, то есть там, ну, по сути, три кабинета, да, и отдельный посол по Карабаху еще там есть. И сначала я думал, что какая-то шутка, да, вроде как человек с армянским языком должен работать в отделе Азербайджана, где мне армянский не нужен вообще, в принципе, ни дня. Потом я понял, что это и есть логика российского МИДа, я ее очень хорошо потом стал считывать, что с Петра Первого как бы политика МИДа не меняется, в принципе. Не меняются и люди, которые там работают. Там огромное количество сейчас достойных молодых ребят, которые оказались между молотом и наковальней. Это отдельная как бы тема для отдельной книги даже, психологии и так далее. Вот. Но да, я был в отделе Азербайджана несколько месяцев. И, в общем-то, ну, на этом история заканчивалась. Потом я должен был поехать работать в посольство России в Армении. Вот. Но там были какие-то, как в Израиле говорят, комбина какая-то прошла. И я туда не попал. Комбина – это когда кто-то кого-то куда-то разными связями, способами. Вот, у меня никаких связей нигде нет, я все делаю сам, вот, поэтому не попал. Но, наверное, я только рад, что так получилось, учитывая то, что сейчас происходит. Вот, но история такая, да, что с армянским языком отправили в отдел Азербайджана, что, в принципе, под логику МИДа России подходит. А кто тебе рекомендовал вот, побольше заниматься Азербайджаном, потому что это более, скажем так, платежеспособная страна? Это было на уровне таких, знаете, как, ну, потому что моя, скажем так, проармянская позиция не политическая, а просто, я, знаете, на тот момент я был просто студентом, я там читал Чаренса Туманяна, переводил на русский язык их стихи, Рубена Ахвердяна,
песни слушал армянские, на дудуке играл. Ну, то есть я был весь в культуре Армении, то есть было очевидно, что я в этой части, да, но в культурном смысле, да, то есть там ни о каких выгодах речи не шла и не идет сейчас, конечно. Вот. Многим, конечно, непонятно, как мы вчера тоже обсуждали, как может человек, которому, ну, от какой-то интерес у него должен быть, да, вроде как. Но нет, есть такие люди, которые интересуются чем-то и без каких-то бонусов. Редко, но бывает. Вот. И Азербайджан, да, у нас даже в университете, вы знаете, у нас там есть центр армянского языка, рядом центр казахского языка и рядом центр азербайджанского языка. Центр украинского языка, не знаю, работает ли он сейчас, центр грузинского языка закрыли в 2008 году. И Азербайджан очень хорошо о своих студентах заботился, ну, русских студентах. То есть те, кто учили азербайджанский, получили там в первые полгода какие-то суперкомпьютеры, и их три раза возили в Баку за счет Азербайджана. Насколько они выучили азербайджанский язык, если честно, они его не особо выучили. Язык, ну, не самый легкий, опять же, но, в принципе, дело не в этом. Азербайджан очень хорошо заботился о тех, кто хоть как-то в его сторону учил что-то и делал. Армянское посольство не делало, ну, не хочется сказать ничего. По сравнению с Азербайджаном, мы были сами по себе. Я на свои деньги студенческие что-то там накопил и поехал в Ереван на 2 недели. Я, кстати, в Карабах тоже поехал, это было в 2014 году. Тогда еще можно было спокойно сесть на такси в Ереване и доехать за 4 часа до Степанакерта и оттуда до Ванка. И до Шуши, естественно. Вот, поэтому Армения, да, это такая история про какую-то самопожертвование, про какую-то вот историю, что более самостоятельную, потому что у Азербайджана больше ресурсов, и они молодцы в этом, кстати, я считаю, что как комплимент Азербайджану. Я могу иными словами, потому что я часто езжу, да, уже в десятках странах побывал, и хоть не являюсь этнологом, но тем не менее уже научился как бы разбираться в этнотипах, этнопсихологии. И скажу так, у азербайджанцев больше такая психология восточного человека. То есть да, где-то это. Кого-то подсластить, покормить, напоить, то есть и он уже твой. Как бы они знают. У армян больше такой вот что-то европейский, что ли, менталитет. То есть им кажется, что и так все знают. Не надо для этого там... Хотя армяне гостеприимны, они тоже накормят, все. Но не ради того, чтобы понравиться кому-то, не ради того, что давай я тебе вот сейчас вот что ты хочешь там, и корочки на хлеб, ну тогда ты где-нибудь про армян хорошее скажи. То есть армянину такое в голову не придет, да? Чтобы кто-то что-то говорил за него хорошее, если он ему заплатит или накормит. А люди сейчас-то как? Что в Европе, что в России. Они гораздо пожрать. Вот я просто сам был журналистом долгие годы, когда работал еще на федеральные СМИ. Я сам из той же категории, да, из той же когорты. Я просто помню себя таким, каким я был тогда, как все журналисты, да. И такой, какой я сейчас. Я ж поэтому от этого всего сейчас оградился и ушел. Сейчас работаю чисто на себя. Я ходил туда, где кормили. Вот я вам честно говорю. Вот когда в какая-то пресс-конференция звонят, ребят, там такая-то компания будет проводить пресс-конференцию, а в 12 часов там холл такой, там кормить будут? То есть будет там кофе-брейк хотя бы, что-нибудь, да? Нет, ну все, а что я тогда поеду туда? Какого-нибудь студента вместо себя отправлю из журфака, пусть что-нибудь там две строчки напишет. Вот, а если кормят, то, конечно, там еще и подарки. И я даже хорошо помню среди моих коллег-журналистов перед войной вот 20-го года из Москвы, как вот Азербайджан стремительно собирал журналистов, причем он это делал именно молодых российских журналистов, ну таких, чтобы могли, знаешь, кровь с молоком как бы написать, так написать или снять, допустим. Собирали, значит, автобусами, везли на самолет, прилетали они в Баку, в гостиницах лучших их селили, трехразовое питание, прогулки с гидом по Баку, тут начинается, значит, война, их всех оставляют в Баку, то есть, говорит, пока подождите, вот как мы только прорвемся, вот сейчас еще немного, тогда вы вот будете за нами бежать, там тоже ура, и все это снимать, показывать. И война вдруг затянулась. То есть я туда не ехал, это мне говорили бывшие мои ученики, которые журналистик когда-то, я обучал лично, да, коллеги мои, знакомые, которые туда ездили, это они мне говорили, что там происходило, потому что вроде бы как они поехали, а новостей от них нет.
И когда они уже приехали, они мне рассказали, в чем было дело. У Алиева была задача 3 дня прорваться и взять Арцах. А тут война затянулась на 44 дня. Да, армяне, можно сказать, воевали с голыми руками. Там какая-то техника старинная советская. Или то, что там Россия додала, не додала. Да? Но тем не менее, воевали как могли из того, что было. И все это длилось 40 с лишним дней. То есть и с их стороны очень было много погибших. То есть азербайджанцы, они не ожидали, что встретят такой отпор. Учитывая, что у них там и байрактары, и турецкие генералы, еще эти бардачи из Сирии им помогают, да. А тут на тебе какие-то голожопые армяне из Арцаха, ну плюс еще там приехали из Армении им на подмогу, да. Можно сказать, с булыжниками отвоевывают и что-то там еще и отбиваются, и выпендриваются. И поэтому российские... журналисты определенные какие-то там недели, две побыли в Баку и их вернули назад. Потому что все, что там происходило, решили уже в конце концов все это в тайне сохранить, если журналистов туда пропускать, но только исключительно азербайджанских и только тех, которые были зарегистрированы при пресс-службе Министерства обороны Азербайджана и пресс-службе президента Азербайджана. Это я сейчас, почему сейчас выдаю все тайны, чтобы и вы тоже, граждане Азербайджана, слышали. Мы все прекрасно знаем, что там было. Поэтому все ваши вот эти вот ура победы, что там у вас, гялябя, что там говорите на своем языке, все это мы прекрасно знаем. Прекрасно знаем, что происходило. Прекрасно знаем подарки Путина, которые вы вообще не завоевывали. Ну, например, скажем, тот же Бердзорский коридор, где вы сейчас хозяйничаете, досталось вам в подарок от Путина, тот же Карвачарский район, который вы называете Кельбаджарским районом, это огромный такой кусок, тоже вам в подарок достался от Путина, вы его не завоевывали вообще никак. Можете даже прогуглить хотя бы на своем даже азербайджанском языке, все это прочесть, кто у кого память отшибла, может кто-то забыл, можете все это прочесть и посмотреть. Так что все прекрасно обо всех знаем. Более того, и то, что сейчас в Арцахе происходит, это уже было. Я могу напомнить, спросите у ваших трусливых батюшек, которые, значит, убегали из Карабаха в 90-х годах, с оружием в руках убегали в 90-х годах, и пятки только успевали сверкать, про операцию «Кольцо», которая проводилась там вместе с теми же русскими, кстати говоря. Поляничка, все эти фамилии мы прекрасно помним, да? Что послужило после этого самого «Кольца»? Вы же сейчас, я не знаю, по всему миру там идут такие возгласы крикливые, даже в Мексике, про геноцид якобы в Ходжалы. Вот это вот случилось, хотя это не назову Ходжалы геноцидом, потому что все эти трупы лежали на территории подконтрольной вам, а не армянам. И это все Дана Мазалова, чешская журналистка, рассказала. Ваш Чингиз Абдуллаев, по-моему, его фамилия, ваш журналист, которого вы потом грохнули, потому что слишком много правды он сказал и заснял на свою собственную камеру, но тем не менее документальные кадры его сохранились и гуляют по Ютубу. Все это сохранилось. Так что, что случилось после вот этого, вот после той операции «Кольцо», вам всем известно. Всем известно. И что будет потом? Пока еще неизвестно никому, ни вам, ни нам. Но напомню, армяне народ мстительный. Не сегодня, так завтра вы снова заплачете. Я извиняюсь, потому что действительно накипело. Мне же никто не дает слова. Я вот вам даю слово, а мне никто не дает слова. И вот захотелось тоже высказаться. Хорошо, Саш. Ну, Коле сейчас я задам вопрос Сорокину. Мы с тобой еще недавно говорили, ты мне об одну идею тоже озвучил по поводу того, чем бы ты хотел заняться в Армении. Я не знаю, можно ли об этом говорить, но вот я начал, а ты можешь как бы дополнить, а можешь ничего не говорить.
Да, я постараюсь коротко ответить. Вот, для меня, наверное, вот чуть, буквально не больше минуты про то, почему Армения, почему христиане и прочее. Да, сейчас глобально по всему миру уже вера, да, религия, она перестает играть ключевое значение, ну, кроме как для мусульман, конечно, как Вадим сказал. Вот, но Армения просто на данный момент, это страна, в которой, которая еще на высоте относительно той же нашей страны. Когда я вижу, как в Ереване, в Армении в целом, какое отношение к девушкам, которое потеряно во всех странах мира, какое отношение, да, каждый армянин стучит кулаком в грудь, говорит, мы первые христиане, многие из них даже не ходят в церковь, но они это говорят. И когда ты это видишь, я понимаю, что да, если да, мечта детства была умереть красиво, не хочется умереть от старости в какой-нибудь там, скажем так, пыльной квартире, но за что умирать? Это сейчас главная проблема 21 века. Если все было понятно лет 200... Я здесь не маленькую ремарочку. По-моему, литовцы... Если армяне первые христиане, не первые христиане, а государство, которое приняло христианство. Если армяне в этом первые, то литовцы последние христиане. И при этом у них ситуация намного лучше, чем в Армении. Да, 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 кстати говоря. Поэтому тут уже, говорит, не до жиру быть бы живу. И меня радует просто то, как в Армении чтятся традиционные ценности. Да, да, уже есть где-то какие-то червоточины, но в целом нам... К сожалению, на данный момент до этого далеко. И до уровня нравственности там тоже уже далеко. И когда смотришь на это, то вопрос, за что бы я хотел умереть, пропадает. Всегда там в детстве читаешь романы и автобиографии известных там полководцев, лидеров белого движения. И у них не было такой проблемы, за что умереть. За веру царя и отечества. Все было просто и понятно. Сейчас в нашем 21 веке настолько извращены и сфальсифицированы многие понятия, как, например, «Святая Русь», да, или там «Русский мир». Сейчас эти вещи, они просто опорочены, опозорены. И поэтому, когда я приехал сюда, увидел то, как сейчас живет Армения, я понял, что да, я нашел то, наверное, за что я готов умереть. А это, в принципе, самое главное для меня, найти какую-то идею, какую-то цель, ради которой готов умереть. Вот. И, наверное, после этого, после второй поездки, появилось какое-то желание создать некую организацию. Конечно, когда я рассказывал об этом Вадиму, эмоционально это звучало как там, условно, русская ЧВК. Конечно же, нет, наемничество запрещено во всем мире, мы об этом знаем, есть прецеденты, но я, скажем так, не буду пока о них говорить, да и в целом, наверное, не стоит. И в России тоже запрещено это ЧВК, но тем не менее... Я искренне не хотел затрагивать, да, вот этот вопрос. Я скажу так, у меня, как бы это сейчас ни звучало абсурдно, я очень хорошо понимаю бойцов ЧВК Вагнера. Я хорошо понимаю, наверное, в какой-то степени Евгения Викторовича Пригожина. Это романтика. Я, наверное, именно поэтому 18 лет уехал из Москвы в Владивосток, мне нужна была романтика. Просто банальная романтика. Я понимаю тех, кто идет туда не за деньгами в ЧВК Вагнера, кто идет за романтикой. Но тут нечто большее. Мне не нужны наемники, мне не нужны купленные бойцы, 50% из которых будут готовы умереть за деньги. Мне очень хочется сконсолидировать именно русских ребят. Не потому, что я там как-то отношусь наоборот. Мне просто хочется сконсолидировать русских ребят для того, чтобы показать армянам, что русские с вами. Да, не наше правительство, да, не высокие чины и там федеральные... на федеральном уровне это тоже, естественно, не будет освещаться, но мы, обычные русские люди, мы с вами, и мы всячески можем это доказать. Понятно, что сейчас мне никто не даст взять оружие в руки и пойти построить там свою базу где-нибудь недалеко от коридора, в которой будет стоять русский флаг. Я даже боюсь сейчас говорить о том, кто первый меня посадит за эти деяния. Я думаю, не Турция, Азербайджан, честно. Может быть, они вообще на это внимание не обратят. Но очень хочется показать, кровь кипит, показать, что мы вместе. Для меня, как для одного из немногих русских... Иначе говоря, ты хочешь собрать отряд. Сделать так. Я, как объяснил, все-таки небольшое пусть время, но являлся действующим спасателем Российской Федерации, да, имея опыт реальных поисковых спасательных работ. Более того, опыт организационно-управленческий, да, именно в сфере чрезвычайных ситуаций. Наверное, моей вот на данный момент мечтой большой было бы создать в Армении в целом, вот у нас в России есть Россоюз Спас, да, в Армении МЧС имеет немного другую структуру, это подразделение внутренних дел, но хотелось бы создать добровольческую организацию, объединение преимущественно из тех русских, которые, так же, как и я, хотели бы показать, что мы здесь, что мы вместе.
обучить, и в дальнейшем понятно, что если надо, мы оружие в руки возьмем. Но в целом без оружия, простите меня, если нас оформят как гуманитарную миссию, мы будем иметь право проходить через Лачинский коридор. И мы не Красный Крест, и никого мы не потеряем по дороге, и никого не дадим арестовать незаконно на КПП. Потому что для нас это идея главная. Мы не отрабатываем свои деньги, да, как это делают некоторые другие гуманитарные организации, не хочется никого обижать, но мы готовы действительно до конца идти ради общего дела, ради нашего дела спасения людей. 21 век, у нас люди от голода умирают, нигде, кроме там частных случаев, это не освещается. Я не буду говорить, как это вообще освещается в российских СМИ. Я недавно писал Вадиму, после недавней перестрелки с диверсионной группой азербайджанской, МИД России заявил о том, что погибли бойцы Азербайджана. Поэтому у меня, наверное, большая мечта собрать тех русских ребят, здравых, как у нас говорят, русских ребят, которых в Армении, к сожалению, не так много. Я говорю про своих соотечественников, потому что, опять-таки, приехавшие сюда... Одни ботаники, ну, айтишник, айтишник, да, звучит так. Я тоже пытался работать в сфере IT, как это говорят. Но на данный момент, кстати, найти работу, особенно русскую, в Армении сложновато. Но хочется найти не пацифистов, не ребят, которые бегут от войны, спасая непосредственно, да, свою шкуру. Не из-за принципов там, против братоубийственной войны, а просто, чтобы, кстати, не попасть... Это, там, вот это вот хорошо. Вот это хорошо, пока я не забыл. У многих может такой вопрос сразу возникнуть. А почему же ты тогда из России уехал? Почему ты то же самое не сделал, скажем, в Россию и не отправился на Украину? Постараюсь покороче и, скажем так, без экстремизма. Я на протяжении почти 3 лет занимался... спасением людей. Я, наверное, так получилось, что я достаточно часто видел погибших людей. И знаете, погибшие люди, чем отличается погибший солдат от погибшего мирного человека? Погибший человек в военной форме автоматически как-то у нас в сознании закрепляется как нечто логичное. Человек в военной форме умер. Когда ты непосредственно там раз в сутки видишь погибшего мирного жителя, у тебя складывается немного своя картина мира о том, что ради чего. Люди ехали в машине, люди ехали на отпуск с семьей, и все оказались погибшие на месте. Более того, я за любую справедливую войну. Если появится та сила, за которой была, да, там, 100 лет назад с лишним, когда там царские офицеры пытались отстоять последний кусочек великой России, которая тогда же и рухнула, дайте такую возможность. Но простите меня, пока 3 года большинство из наших соотечественников пили пиво и наслаждались этой жизнью, за совсем небольшие деньги ты мотался по командировкам, спасая людей. Сейчас же, когда большинство пошли заработать хорошие деньги, я просто тренировал бойцов добровольческих отрядов в начале всей этой истории, большинство из них зарабатывают деньги. И сейчас получается так, у нас настолько произошла большая смена понятий, что я сейчас трус и предатель, а вчерашний там негодяй, отсидевший, да, прошу прощения, изнасилование, уже национальный герой. И для меня поэтому, я для себя закрыл вопрос раз и навсегда с тем, как я отношусь к тому, что происходит, как вот, что я могу для этого сделать, потому что безопасно для своих близких делать ничего невозможно. И я очень постараюсь свою ту энергию какую-то и возможности, которые, может быть, еще присутствуют, вложить в благое дело, да, защиты, наверное, последнего оплота традиционных ценностей, христианства. А что для этого нужно? Вот есть желание, что для этого? Нужно где-то зарегистрироваться или что? Я думаю, что нам как бы смешно и банально не звучало, нам нужно сплотиться. Не сплотиться на какой-нибудь веселой попойке, где все русские армяне друг друга обнимают, говорят, мы братья, а сплотиться глобально. Вопрос в том, чтобы делить нас не как русских и не русских, а делить как хороший человек. Если ты приехал из России, да, даже там из Польши, и ты приехал сюда делать что-то большое, помогите. Вы помогите не обязательно деньгами, да, никто не говорит, принесите там $100. Вы помогите, наверное, консолидировать нас всех здесь вместе. Помогите организовать, помогите. И вот если я со своей стороны глобально готов помочь там каждому армянину, который чем могу, который хочет, да, собрать все усилия для той же благой великой цели. И сейчас самая большая задача для меня, в частности, и для всех нас, я думаю, это под общим флагом, да, собрать какую-то единую силу, неважно, чем мы будем заниматься. Будем ли мы с автоматами непосредственно разблокировать Лачинский коридор, либо мы будем проводить гуманитарные конвои без таких
прецедентов, чтобы у нас там похищали людей прямо из гуманитарного конвоя, что, в принципе, уже вызывающе. Просто надо вот... А как это сделать, это уже большой вопрос. Потому что, да, проходят митинги крупные в Ереване, проходят какие-то встречи, но, наверное, очень неэффективно на данный момент все это. Да, после митинга идет большое количество... людей с криками отца Христа. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Если вас тема вот, Николая заинтересовала, можете связаться со мной. Адрес электронной почты у меня находится вот под этим выпуском. Можете связаться со мной, и я вас свяжу. А дальше уже там поговорите с ним. Если кто-то хочет принять участие или заинтересовала вот тема, которую сейчас раскрыл Николай. Спасибо большое. Спасибо большое за такую помощь. В общем, будем надеяться в этом русле как-то вместе уже. Ягер, он все-таки в Германии. А поддерживаешь, нет, то, что вот сейчас сказал Николай Сорокин, вот чем он хочет в Армении заниматься. И вот, допустим, скажем, вот если он тебе предложил, ты захочешь в эту их бригаду вклиниться? Предложение, которое выдвигает Николай, оно абсолютно правильное, и мне очень интересно. Понял, хорошо. Саш, а скажи, пожалуйста, у вас в Израиле есть какие-либо ЧВК? В Израиле нет, они абсолютно здесь не могут быть. Здесь армия, здесь я даже приехал сейчас, я на военные сборы не могу попасть, меня не берут, потому что здесь желающих тысячи, ну, то есть... ЧВК просто, как сказать, нет них необходимости, смысла вообще никакой. Армия настолько здесь широко представлена везде, что такого здесь даже не слышали о таком. Не понимаю даже, о чем идет речь на самом деле. Вот, а сейчас в Израиле дипломатическая задача поддерживать определенный нейтралитет в конфликтах во всех. Для Израиля сейчас вообще достаточно золотое время в плане всего. А вот скажи, по поводу армяно-азербайджанского конфликта, в Израиле тоже нейтралитет? Или тут все-таки есть перевес? Перевес есть, но он абсолютно политический. Если спросить народ, вот людей, да, израильтян, они с большим почтением и уважением относятся к армянам. Но здесь даже чисто культурно Армения представлена очень уникальным образом. Да? Здесь есть армянский квартал, которому тысячи лет. Здесь есть арабо-армянское кладбище, есть вот то, о чем мы говорили, история с французским легионом, где армяне также участвуют. Точнее, был армянский легион в составе французской и британской армии, которые воевали в Первой мировой войне с немцами и турками. Да? А у меня вот даже здесь есть, сейчас я вспомню, не говори, вот он, Жозеф Артити, да? Жозеф Артити, который, да, младший лейтенант, армянин, который похоронен на кладбище в Рамле, как иудей. Вот, с Азербайджаном абсолютно бизнес-отношения, да. Опять же, здесь можно рассуждать о том, что многие не знают, что в 2000 каком-то году, кажется, втором, израильская делегация предложила армянам первым закупаться израильским оружием. Но армяне тогда то ли пожадничали, то ли решили, что это дорого, то ли не хотели Россию, скажем так, нервировать. Да Россия отговорила. Мы сейчас уже все понимаем, что было-то. Россия, конечно же, отговорила. Да, хорошо, пусть будет так. Но это важный момент, который многие не знают. Азербайджан, опять же, это комплимент. Им они подсуетились и воспользовались ситуацией, и с тех пор с Израилем сотрудничают. И в электричестве, и в поставках оружия, и во многом другом. То есть здесь чисто деловые интересы. И, конечно, резко поменять этот курс невозможно. То есть все должно произойти, чтобы это поменять. Либо какой-то должен прийти политик, который будет лично настроить, да, на другую сторону. А сейчас политики израильские тоже, у них есть личная симпатия к Азербайджану определенная. Вот. Либо должно произойти что-то еще, какие-то перемены в отношениях с Турцией, может быть, с Ираном. Там же очень много всего завязано. Допустим, Армения с Ираном, да, вроде как хотя бы в нейтральных более-менее отношениях. Да, Иран главный враг считается, агрессор против Израиля. Азербайджан с Ираном тоже не в хороших. Ну, то есть, как бы все это завязано. Израиль с Азербайджаном против, как бы, Ирана с Арменией, по сути. Или ООН там друг против друга голосует. Но на уровне людей, народов, что для меня главное, очевидно, что Армения евреям и Израилю ближе. Именно на уровне людей, вот как я это вижу. Поэтому здесь есть большая пропасть между тем, что происходит в политике и в бизнесе. Азербайджану невыгодно дружить с Ираном,
по той простой причине, что вся история, культура, которая есть в Азербайджане, она сплошь и рядом иранская. А теперь представь такую ситуацию, когда у Азербайджана такие же братские отношения с Ираном, как с Турцией. Да? Азербайджан уже не сможет так, скажем, рьяно, так открыто воровать иранскую культуру и иранскую историю и выставлять ее как свою собственную. Сейчас это можно делать, потому что Иран скажет, что вы о чем? Низами Генджеви – это наша культура. Ширази – это наша культура. Шакяр-Бура – это наша культура. Да? А Азербайджан на это скажет, да вы просто занимаетесь информационной войной, вы просто нас ненавидите, поэтому хотите всю нашу культуру отобрать себе. То есть так он может выразиться, Азербайджан. А так как была бы дружба морковь и жвачка, как с Турцией, то, естественно, бы Азербайджану было бы это невыгодно. Тогда вся культура, та, что есть в Азербайджане, она бы сплошь и рядом была бы иранской, несмотря на то, что они говорят на турки. Да, но раз вы упомянули Турцию, я там прожил тоже в том году 3 месяца. И хочу сказать следующее. Там... иранцев не воспринимают вообще как бы за людей, их не могут терпеть турки, персов в принципе не воспринимают, как и в принципе и арабов и всех остальных. И более того, там были турки из Трабзона, турки были из границы с Сирией. Трабзон, да, это понятно, это получается 100 лет как турецкий город, да? Он был российским, он был и армянским, он был. И еще город Измир, который тоже 100 лет как стал турецким. Да, Измир был центром христианской и еврейской жизни в Турции. И греки. Ну, греки, армяне и евреи жили в Измире. И там была удивительная просто резня по своим масштабам, за которой, кстати, наблюдали французские и британские корабли и ничего при этом не предпринимали. Это как раз когда Ататюрк пошел на Измир, нарушив этот договор с греками. Вот, но в Турции, когда, допустим, я включаю песню «Сарья Гелин», турки отвечают, что... Они ее знают как армянскую. Турки говорят то же самое, говорят, что это армянская песня, которая прижилась в Турции, и там интересный момент, что «Сарья Гелин» в армянском это... «Сарья Ахчи». «Сарья Ахчи» – горная девушка, а по-турецки «Сарья Гелин». «Сары» – это блондинка, как светлая девушка, да, желтый. А Гелин – это гяль, это идущая, как бы желтая невеста, ну, светлая невеста. То есть, ну, очень интересное совпадение. И от турков я не видел каких-то особых враждебных настроений ни к культуре, ни к чему-то еще. Поэтому, когда мы говорим «Азербайджан-Турция», я бы очень сильно ставил здесь границу. То есть, на уровне политики… На самом деле, не столько турки стремятся к азербайджанцам, как азербайджанцы стремятся к туркам. Да, я на самом хотел деле, сказать... азербайджанцам больше нужно стремиться к туркменам, потому что они ближе к ним. Это агабеи, это их отцы, оттуда их предки, баяты, все вот эти вот племена, которые огузские пришли на Шерван, в Иран, в Турцию, они все пришли из Туркменистана, это их племена. Если открыть Рухнаму, там те же племена, названия тех же племен, что и в истории Азербайджана, то есть один в один. А посмотрите на вот эти вот звезды, которые у туркмен и которые у азербайджанцев, тоже на гербе. Один в один, все то же самое. Турки не отрицают, что их предки из Туркменистана. А вот азербайджанцы это отрицают по одной простой причине. Если они будут говорить, что туркмены наши предки, то какой же Карабах без Имдирь? Что, по-твоему, ожидать, Саш? Твои прогнозы, сколько еще арцахцы будут сидеть в блокаде? Чисто твои прогнозы. Вы знаете, я бы хотел... Можно я подытожу просто стихотворение на армянском, которое я написал вчера вечером? Оно очень маленькое, очень маленькое. Но в нем будет суть того, о чем я хотел бы сказать, по сути. Так, секунду. Продолжаться будет ровно столько, сколько армяне будут вести себя пассивно, армяне себя будут вести пассивно. И продолжаться будет ровно столько, сколько это будут решать те, кто имеет такую власть. Поэтому здесь не очень все радужно. Так, стихотворение. Вор арматный рит хорутюне ужеге, вор воки вор и мастуне хаверже, азге улызун хайоцен пахпанвац,
Дары Риму Сусум Ерпек Чукорц Рас. Вот, в принципе, то, что хотел сказать. О том, что армянский язык и армянская самоидентичность — это то, за что можно, скажем так, то, на чем Армения будет стоять и дальше. Нужно делать акцент на это, на духовный рост, на любовь друг к другу среди армян, которой очень не хватает. Вот с этого нужно начинать, а потом уже решать вопросы политические. Иначе все это так и будет таким замкнутым кругом постоянно выливаться в какие-то для Армении катастрофические проблемы. Потому что нужно начинать с себя, со своего народа, с отношением к ближним. Это, в принципе, то же самое христианство, только в практическом смысле. Да? Не на словах, там, не в Пасхах, а именно в практическом смысле. Вот, поэтому искренне желаю всего самого доброго армянскому народу и тем, кто его поддерживает. Спасибо нашим гостям. Николай Сорокин, тот же вопрос. Твои, как бы, рассуждения, сколько еще это может продолжаться? Вот, как ты думаешь? Честно говоря, я как раз сейчас задумался. Мне кажется, пока мы, как русские и армяне, не отделим себя от того, что делают наши государства, да, в частности, правительство Республики Армения на данный момент и правительство нашей страны, и не объединившись вместе, вне зависимости от государственных партий, там, организаций и прочего, не начнем делать что-то сами, мне кажется, ничего не поменяется. Верить обещаниям, мне кажется, 21 век разучил, поэтому остается надежда только на себя. Армяне очень часто говорят о том, что никто, кроме нас, нам никто не поможет. Вы здесь не правы. Мы, простые люди, вам помочь готовы, и вы про нас не забывайте. Вы просто отделяете, наверное, нас от нашего правительства и себя от своего. И таким образом, мне кажется, что какая-то надежда и вера на свободу Арцаха, она есть и будет. А пока мы будем относить друг друга к нашим правительствам, и армяне будут верить только в себя самих, а мы будем на эту проблему глаза закрывать, ничего у нас, мне кажется, не получится. Поэтому я очень надеюсь на какое-то такое в дальнейшем такое просветление, да, прозрение нас и наших вот армянских братьев, и уже совместными усилиями можем сделать, я думаю, все то, о чем сейчас говорим. И спасибо большое, да, Вадим, за такую возможность все это публично сказать. Ну и, конечно же, подписчикам Вадима в том числе. Второй Николай Ягер. Ну, на самом деле, да, за меня уже все сказали. Оно действительно, на мой взгляд, так, что это фундамент народа, это духовная составляющая, это нравственность, которая и является тем ядром инерции, силы, которая есть у народа, откуда будет вся энергия выливаться, чтобы ее направить, например, на спасение или на любые нужды, неважно, чтобы это ни было. Вот. Ну и, как Николай Сорокин сказал, что мы должны помогать друг другу, и что должно произойти какое-то просветление. Ну, ничего не произойдет просто так. Для этого надо что-то делать. Но надо двигаться в сторону просветления и взаимопонимания между русскими и армянами, потому что, так как я часто бываю в России, я хорошо, ну, понимаю, что у очень многих русских впечатление о армян такое же, как и о мигрантах. Но я все время говорю своим друзьям, товарищам, не сравнивайте армян и представителей Средней Азии или с Кавказом. Армяне не есть кавказцы. Я же прав. Армяне же сами говорят, что они не относятся к Кавказу, верно? Вот. Поэтому нужно, чтобы, возможно, сейчас скажу, что это такое, возможно, не супер правильное или, не, может быть, не 100% верное, но чтобы армяне в России, которые находятся, задумались о том, как они взаимодействуют с русскими, чтобы у русских, может быть, и как один из факторов, сложилось более положительное впечатление о армян, общее впечатление армян, и чтобы, может быть, они захотели съездить в Армению и понять, что это за страна такая. Типа. Вот, потому что я съездил, я понял, что ну, не рай на земле, но очень хорошая страна. Вот, с очень хорошими людьми. Хорошо. Хорошо, Николай, я тоже подытожу, потому что много уже было нами сказано. Я как-то год назад, помню, прилетел откуда-то в Шереметьево, московское Шереметьево, и увидел там кафешку с названием «Шаурмяне».
На самом деле, знаешь, так глубоко тронуло вот народ, который дал достаточно много крупных ученых, советских, за рубежом, французских, там, американских, имеются свои нобелевские лауреаты, хотя народ достаточно такой маленький, но в то же время. Но вот армяне в России как-то в последнее время стали позиционировать себя какими-то шашлычниками. Вот шаурмяне, вот противно даже как-то звучит. Знаешь, сами себя унижают. А ведь я уверен, что содержит вот это вот самое кафе или сеть вот этих кофеен, наверняка же армянин. Это же не русский создал и назвал вот шаурмянами свою вот эту вот сеть. Ну, если я ошибаюсь, я извиняюсь. Но мне все-таки кажется, что основатель вот этого, вот этой несурадицы, этого каламбура, все-таки армянин. И было очень обидно. Так вот, хотя бы вот, я не знаю, и к армянам обращаюсь, и к этим шаурмянам тоже обращаюсь. Хоть немного задумайтесь над тем, это шаурмяне, задумайтесь над тем, что сейчас происходит. Я напомню, 120 тысяч человек, среди них дети и старики. Более того, вокруг них храмы, могилы ваших пращуров, датированных еще теми годами, когда мир еще не то, что об азербайджанцах не знал, кто это такие, но и об исламе не слышали как таковом. Это я к шаурмянам обращаюсь. Ну, а армяне меня и так поняли правильно. Еще раз всем спасибо за то, что вы с нами и за то, что будете с нами. Всем пока.